Всем привет, проходим Home Front. Миссия началась прям сразу же с потасовки. Местные бандиты хотят убить нас. Зачистить этот сраный дом! Да, действительно, дом сраный. Давайте ворвемся в этот дом и надаем люлей первому встречному. Давай сюда. Я хочу подняться на второй этаж. Там по-любому записка есть. Все за мной. Газета. Ты где? Давай сюда. Они не положили сюда газету. Все за мной. Не стреляй до моей команды, а тогда уже не жалей патронов. Идите за мной, только тихо. Какая крутая винтовка. Каков план? Тяжеленная винтовка. Нам надо тайком пробраться в лагерь и угнать. Не дайте себя обнаружить. Они должны знать, что мы здесь. Сомневаюсь. Стрельба в этих краях совершенно обычное дело. Мы не знаем, сколько их, но эти ребята начали готовиться к концу света еще до 2000-го. Они тяжело вооружены и совершенно безумны. Мы должны подобраться к вертолету как можно ближе, прежде чем они нас засекут. Так что максимум осторожности. Если нас засекут, нам конец. Снайперка с глушителем. А, о, газета есть. Армия Кореи нашла применение грузовым кораблям. Кто это стрелял? Наверное, еще один патруль гуков накрыли. Кэп велел никого не подпускать к вертолету. У нас есть вертолет? Ну да, во дворе, за церковью. Ты не видел, что ли? Да я туда и не заглядываю. В лесах корейские снайперы. В жизни больше чепухи не слышал. Бегом! Срежем через поле. Они не видят ни хрена. Скорее, пока он не вернулся. Тише, они не должны заметить вас. Идем максимально тихо. Стоять. На витаге снайпер. Он нас засечет, если его не снять. Джейкобс, прицелься как следует и стреляй. У прицела есть приближение, если тебе нужно. До цели 75 ярдов. Не промажь. Приближение есть. До цели 75 ярдов. Не промажь. Отлично. Все, пошли дальше. Кроме одинарного приближения, тут ничего не заметил. Стоять, стоять. Подожди, пускай уйдут. Черт, они же просто играют с ним. Ходим тут под носом, они даже не видят.
Сколько народу и никто не видит. Стойте тут. Ну, когда стрелять-то будем? Пошли. Стелсовая миссия. Теперь тихо. Чисто, идем. Сильнее налегайте, дерьмо собачье. Так, пошли. Если к закату батареи не зарядятся, я с вас шкуру сдеру, твари поганые. Капец. Не видел. Еще гранатомет. Риана, ты берешь того, кто стоит на выходе. Они американцы, Коннор. Я на это не подписывалась. Ты хочешь выбраться отсюда живым или нет? Баньки уложили. Джейкобс, сними его. Ну вот, все. Я его грохнул. Вперед. Быстро все в гараж. Там в гараже может тачка есть, на которой поедем. Дальше-то куда? Я слышу вертолет. Вон там, корейский вертолет разведки. Что он тут делает? Вдруг нас ищет? Или их? Не знаю. Кто здесь награл? Вертушка! Эй! Вертушку сбили. Мне опять не видят. Они послали патруль. Надо держаться дальше от дорог. Надеюсь, они не заметят, что мы устроили ворот. Да куда они денутся? Пошли. Раз, два, три, вперед. Не в карты играют. И у них карты одинаковые. Что у этого, что у этого. У третьего по-любому тоже одинаковые. Стойте. В окне второго этажа часовой. Он нас заметит. Надо его снять. Нет, он не заметит уже. Какие-то тут тропинки сделаны. Что-то добывали. Еще раз подумайся, потом отдохнешь. Эй, парни, гляньте! Погоди, сейчас придем! Здорово! Чего это вы тут делаете? Да вот, заставили Гуха рыть себе могилу. Ну что? Кто его пристрелит? Я. А может, не надо? Давайте закопаем живьем. Я тебе разрешал отдыхать? А ну, копай! Лопата каким-то ядом. Как я и говорил, они свихнулись. Нам нужно намазанная. Дымит. Смотри, вон еще часовой на втором этаже. Чисто. Так никто и не заметил. Черт, придется лезть через дом.
Полезли в окно. Ножом, Джейкобс. Шум ни к чему. Ух ты. Какой тут склад. Эй, закурить есть? Достало это китайское дерьмо. От этого сраного картона вся охота курить пропадает. Радуйся, на той неделе Дотсону досталась пачка с дыркой от пули. Не иначе тот гук ее носил в кармане рубашки. Наверное. Спасибо. Прикурить дашь? Тихо. Не шумим. О, газета. Если не снять гранатометчиков, мы следить не сможем. Иран обвиняет Саудовскую Аравию в эскалации гонки вооружений на Ближнем Востоке. Пока ты его не снимешь, ничего не выйдет! Поехали! Тут уже всю деревушку зачистили. Дать себя обнаружить. А вот тут нормальная вода. Не светится химикатами. Далеко еще, Коннор. Мы уже близко. Главное держаться вместе. О, какое печальное место. Окленд? Угу. Ублюдки вроде этих без разбора линчевали всех, кто хоть немного походил на азиата. Мне повезло, они всего лишь спалили мой дом. Я хоть правильно иду? Война выявляет нас самой худшей. То где-то цели не стало. Мы много сделали зря. Нам нужно немедленно убираться отсюда. Если ты помнишь, идти нам некуда, так что нужно двигаться дальше. Да так двигаемся и так. Я слышал, сейчас уже можно не прятаться. Прорваться здесь можно только по центру. Больше не прячемся. Ура! Можем устроить тут бойню. О, граната! Стоять! Еще одна! Две гранаты, это вот перебор. Да что за фигня, корявая снайперка. Там кто-то с миниганами что ли сидят. Ой-ё, капец и там. Ого, жесть. Все, больше никого. Надеюсь, остальные не слышали. Конечно, не слышали. Такой грохот тут устроили. Вперед! Вперед! Сказали, можно не прятаться. Устроим тут бойню. Вижу противника! Ни хрена себе! Они выжили! Меня одного убивать! О! Тут еще и солдаты пришли. Я их вижу! Вон они!
Куда они попрятались? Вижу! Я тоже вижу. Патроны, как обычно, закончились. Вот они! Надо патрончиков пособирать и лучше поменять. Такая сойдет пукалка. Вон они! Вижу врага! Все чисто. Вижу все дальше. О, пробились. На 2 метра. Молодец. Кидай дальше. Да что за фигня? Не пробивает. Текстура тут не позволяет. Ушел. А давай сзади обойдем. Да где-то там наверху один был. Эти напарники вообще почти не помогают. В лучшем случае они отвлекают на себя. Боба. Какая тут паразитка на крыше стреляла. Это последний расчет гранатометчика. Давай же, нам пора. А что с патрулями? Времени нет. Приближается еще один вертолет. Снова корейцы? Сейчас и этот вертолет, нет, это вертолет подобьют. Сопротивление. Что-то не видать. Нам нужно прикрытие, чтобы только подобраться к нему. Какая-то циркушка. С этой колокольни тебе все будет хорошо видно. Циркушка вся развалена. Хорошо, Риана Хоппер, вы со мной. Мы пойдем вперед на разведку. Джейкобс, поднимись на колокольню и веди наблюдение. Увидимся на той стороне. О, кого я вижу? Куда? Куда ты запрыгал?
пипец, тебе осколочную в штаны засуну. У нас потери! Газета. Японцы эвакуируются из опасных районов после взрыва атомной электростанции. Надо залезть на башню. Да где? Вы там кричите, когда стрелять начинаете, чтобы видно было мне, куда целиться. Ай, говорит. А тут куда вниз? Так просто. Надо на эту башню залезти. Там кто-нибудь есть? Жена, ты где? Ух ты, снайперка. Че, еще одна? Зачем мне вторая? Та же сама. Хо-хо. Хитрый какой. Стрелять только по отмеченным целям. Сначала надо будет пострелять. Джейкобс, я буду указывать тебе цели. Пока не стреляй. Я скажу, когда. Коннор, тихо. Едет грузовик. Снайпер на мотках башни. Готовься. Вижу. Как только Джейкобс застрелит парня у склада. Минус. Черт, черт. Новая цель, Джейкобс. Прямо рядом со мной. Ползет такой. Вали его. Коннор, он идет к нам. Чуть подальше. Они ничего не видят. Там на территории целая куча. Вон они шевелятся. Ну. Огонь. Красный грузовик. Это вообще-то не грузовик. Дождись, пока он дойдет до грузовика, и стреляй. До которого? До этого. Коричневого.
еще один. О, а че он? Грузовик? Колыхнулся даже. Так, всем грузовик. Каков план? Держись, мы прорываемся. Коннор, вы куда поехали-то, на территорию? Бетонную плиту проломил. Обалдеть. Валим отсюда, все горит. Мы у вертолета! Прорывайся к нам! Прорывайся! Их там вон целая куча. Я вот маленечко их тут пощелкаю. Пока они отвлекаются. Каких много, я уж тут половину выкосил. Они все больше и больше. А если не успею? Заметили. Да их тут тысячи. О, полетели. Какой-то сарай. И еще одна бочка. Никого бочка не зацепил. Оу. Поехали. На вертолете. Мою позицию обстреливаю. Быстрей. Всем ячейкам Юты и Невады. Корейские цистерны с топливом приближаются к озеру Тахо. Сопротивление организовало операцию по перехвату. Любая наша помощь будет хорошим подспорьем нашим солдатам в борьбе с оккупантами. Для связи пользуйтесь этими шифрованными радиоканалами. Я, как всегда, буду здесь. С вами был Голос Свободы. Выпустить ракету, ну ладно. Будем дальше биться уже в следующем видео. А пока закончим. Ну, вы оставляйте комментарии. Всем пока и до новых видео.